хорошо, хлопцы, привет. Я все ваши комментарии читаю. Я прочитал то, что вы написали про мою покраску тогда, когда я красил это крыло. Ну, вы ведаете, вы ж со столицы, а я вязковый. Мне и так добро. Вон банку краски спиздил, покрасил свой трактор и у поля. Вот, так что вы там все зажрались в своих столицах. Вот, а мне и так нормально. Ну, глядите, как моя машина, я сейчас выглядит. Такой вид Мерседеса, он уже для меня, ну, абсолютно привычный, если честно. Я уже, вот для меня 202-й Мерседес, именно вот этот. Позвонил директор таксофирмы, в которой я таксую, он говорит, уже клиенты боятся твоей бандитской тачки. Он говорит, если ты не поставишь бампер, хотя бы любой, хотя бы вот тот, сломанный, да, который Олег красит, если ты не поставишь, мы тебя уволим. Поэтому сегодня, ребят, моя задача сделать бампер и наконец-то его поставить. Притом покрасить его таким же образом, той же самой спизженной краской, которой я обычно крашу пол у себя дома. Поехали. Так, мы тут, короче, решили с дядей Боем, ну, как бы, начать там паяльником делать бампер уже, паять. Специальную шпаклю я заказал для бамперов, но она, в принципе, мне понадобится в любом случае. Но дядя Бой сказал, что у него валяется где-то бампер, короче, он его поменял, но дядя Бой богатый, у него 4 бабушки из Израиля. Вот, и он сказал, нахуя тебе поделать свой бампер, а вот обратите внимание, что у меня, видите? Зачем тебе делать свой бампер, если, типа, у меня есть бампер, понимаете? И вот у меня вопрос вообще, стоит мне заниматься паянием своего бампера или все-таки забрать уже готовый, нормальный? Как вы думаете, ребят? Ну, я не знаю, мне как-то кажется, что не подойдет все-таки бампер от универсала к седану, или я ошибаюсь? Вот, у меня тут тюнинг, как бы я изолентой хотел починить. Но оказалось, что ну так не делается. Олег Нестеров из тюрьмы мне звонил. Сказал, что ну как бы так не делается. Надо зачистить все. Поклянусь там, эпокси такой специальной. Так, сейчас давайте попробуем вот эту накладку снять. Как они вообще снимаются? А вот, смотри, видишь, как снимается? У меня такие в багажнике лежат. Да? Ага. Смотри, прикольно. Блин, я научился это делать, слушайте. Они, получается, вот так вот снимаются, эти накладочки, прикольно. Просто у меня нет специнструмента, но есть специальная рука, она снимает очень хорошо такие вещи. Вот, смотрите, специальная рука, обращайтесь, она еще не то умеет делать. Значит, вот, смотрите, какой Куслан шпакли оторвался от отсюда. Вот, я снял эту декоративную накладку. Вот, видите, какая дыра, блядь, здоровая. Молодому Эльдару автоподбору, который за 3200 свою машину чинил, специалисты сказали, что этот бампер не паяется. Но вот я чуточку прикоснулся паяльником своим модным. Значит, видите, и все тут прекрасно паяется. С одной стороны, со второй стороны тоже припаяем. Вот, а вот эти дырки уже будем думать, чем мы их захуярим, короче. Ну тут, видите, большую надо впаивать. Но я по мусоркам походил, вот от Мерседеса, короче. Вот, смотрите, от бампера тоже. Это тут Олег у нас красил, я его бампер вот отломал такие куски. Я их тоже попробую впаять уже в свой бампер. Но это от 210-го рестайлингового Мерседеса. Я думаю, что 202-й подходит, это же взаимозаменяемые, правильно? Правильно, Эльдар? А взаимозаменяемые то есть запчасти? Ну и все. Видите, дядя Бой первые шаги делает по колхозному ремонту. Нормально? Конечно. Вот смотри, вот тут еще, видишь? Я сейчас пропаяю, да. Вот, видишь, как хорошо происходит? То шпаклевочка, как шпаклевочка все упростит, правильно? Значит, что ты, объясни людям, что ты сделал. Ты сделал заготовки из трафаретно, из картона, да? Подогнал их к дыркам. А сейчас пытаешься от куска другого бампера вырезать, короче, такую вырезать заготовку, да? Угу. Угу. Получается, да, у тебя? Херово, но получается. Чуточку получается. Ну все, молодец, красава. Притом доходит до молекулярных, да, заготовок. Вот это, как вы думаете? Вы думаете, что это кусочек бумажки? Но на самом-то деле это заготовочка, которую дядя Бой вырезал. Ради экспресс запайки вот этого бампера.
Мы, в общем, заклеили. Мне кажется, это самая аккуратная заклейка моя вообще, которая когда-либо была. Понятно, что это не окончательный момент. Мы сейчас это все закроем краской цвет, как это обычно бывает. Но вы, в принципе, уже сделав это еще более качественно, у нас просто времени нету. А вы, сделав еще более качественно, уже в таком загрунтованном виде можете нести маляру. Да даже, в принципе, в зашпаклеванном виде, выведенном, вы можете нести маляру, и он дальше покрасит уже в цвет. Так что, ребята, сейчас самое интересное, все это обезжириваем и переходим к покраске. Поехали! Я тебе говорю, что это очень сложная работа, потому что элемент очень большой, ребята, очень большой, поэтому сложная работа. А красить с такого баллончика конченного трехдолларового, это та еще тема, блядь, это показатель мастерства. Что вы представляете, ребята, вот это кусок, вот от этой части, смотрите. Вот представляете, насколько вообще было все ржавое и дырявое. Вот это крепление бампера называется, вернее кусок, который от него остался. Мне сейчас нужно его сюда зафигачить, притом в правильное место, чтобы правильно встал бампер. И плюс еще его надо заварить, потому что он тут треснул. Так что, ребят, я не хочу покупать отдельно его. Ну его нахуй, скажу вам. Но вы должны понимать, что сейчас проект, вот как он вообще получился. Намного же лучше так ездить, чем вот так. Конечно же, вы скажете, блядь, что это полнейший пиздец на самом деле. Я с вами, ребята, соглашусь. И, скорее всего, уже хейтеры расчехлили свои вот эти слюнявые пальчики. Галя, пиво неси, блядь. Я же говорю, что этот пиздобол нихуя Мерседес. Этот, блядь, священный не переварит ему хотя бы, блядь, на Жигулях учиться. Долбоёб решил Мерседес переваривать, блядь. Нет, на самом деле, сейчас нормальные люди могут уже выйти с кадра, я сейчас только с хейтерами поговорю. На самом-то деле, я мог бы вам скрыть вот это и не показывать, как делают это большинство блогеров. Все равно эту машину большинство из вас никогда в жизни вживую не увидит. Но я сказал, что я буду с вами честен, поэтому я показываю все как есть. Да, косяк. Косяк, прежде всего, не по бамперу. Бампер-то отличный. Косяк в том, что хуй его знает, блядь, как надо было переваривать. Потому что вот это крыло вообще было сгнило. Сгнило. Я не знал, как лекало сделать. Лекало это нормально. Не сделаешь, ебаный рот. Погнили, блядь. Конечно, я сэкономил на вот этой арке. Не купил ее ремонтную. Поэтому я попал, блядь, большое дупло, которое может поместиться, блядь, бобер. И в этом случае я бы всем хейтерам мог бы, как обычно, сказать, идите нахуй. Но я вам скажу так, ребята, я пробую, я пытаюсь, я кайфую. Просто этот бампер сейчас, это крыло, стало для меня самым дорогим в жизни. Оно стало дороже той рыночной цены, которая вообще стоит эта вся машина. Потому что я ложил туда в душу. Я хотя бы пытаюсь. Вообще, за это время, посмотрите, сколько прошло, полгода, а я научился, начиная от сварки, заканчивая шпаклевкой. Сейчас у меня хотя бы есть представление о том, как это должно быть. И я пытаюсь.
Да, сегодня я зашел не на ту улицу. Я ищу себя. Но рано или поздно я найду свою дорогу. А вы, хейтеры, будете сидеть, блядь, и только пердеть в своих комментариях. И писать их, какой долбоеб, какой не умеешь нихуя делать. А как обычно, когда доходит реально до дела, да вы, блядь, писи в руках не держали, блядь. Писи в руках не держали, блядь. Нихуя сами не умеете. Только пиздеть, звенеть в своих комментариях. И надо продолжать делать. Продолжать не останавливаться. Потому что все успешные люди, они делают. И рано или поздно доходят до успеха. Чего я и вам желаю. Даже представьте, многие вам не говорили, но, возможно, ваши родители очень хотели иметь ребенка. Очень хотели. И с первого раза у них не получалось. Но представьте, если бы они сказали, да ну нафиг, ну не дал нам Бог ребенка, не родился бы такой злой хейтер, как вы. Понимаете? Представьте, не родился бы. А они продолжили целенаправленно создавать вас. Продолжаем смотреть, дальше будет 100% интереснее, начинается двигатель, и это будет пиздец. Согласитесь, оператор? Вера! Ладно, все, пойдем. Ну, я буду так ездить. Не, ну я аж переделаю, блядь. Ну, мне ж не, сейчас хотя бы уже есть за что вариться, правильно? Все, шпаклевки? Да. Ну да. Как всегда, я как всегда линолеумом, блядь, и пеной, нахуй, ебу. О, блядь, я горю! Жопа горит! Подушите мою жопу!